Привет, привет! Всех рада приветствовать. Подключайтесь, буду благодарна, если мне напишите, как меня, ну, видно-то, понятно, меня хорошо, но как меня слышно, меня больше интересует, потому что я могу снять наушники, либо, ну, надеть наушники. Ладно, начнем. Если будут какие-то, ну, непонятки со звуком, обязательно пишите мне, я постараюсь по-другому сделать звук. Меня зовут Галина Арбузова, и я рада вас приветствовать в интернет-магазине Siberian Wellness Уфа. И сегодня мы разберем важную тему, то есть в прямых эфирах мы знакомимся с продукцией компании, с ассортиментом, и, конечно же, знакомимся с продукцией для разных задач. И сейчас у многих людей стоит такая задача, как проведение хорошего детокса, то есть везде приглашают на разные марафоны по детоксу, можно посидеть на соках, можно сделать что-то еще. Есть очищение, допустим, кишечника через какие-то такие достаточно агрессивные методы, которые вымывают всю микрофлору. Но мы не об этом, не об агрессивных методах очищения. Мы сегодня поговорим о продукции из ассортимента компании Siberian Wellness, об очистительных комплексах. Чуть-чуть расскажу об истории компании, потому что у нас не все знают, много у меня в аккаунте новых подписчиков. Смотрите, на самом деле Siberian Wellness, или сейчас называется, да, а раньше компания, многие из вас точно знают, слышали, называлась «Сибирское здоровье». И она основана в 1996 году, то есть 25 лет уже практически производит продукты для здоровья, красоты и спорта. И как раз линейка продуктов для здоровья – это основная базовая компетенция, которой вот реально Сибирское здоровье делает очень-очень крутые продукты для здоровья на рынке России, на рынках СНГ. Это конкурентоспособные продукты с научным обоснованным подходом, с хорошим соотношением цена-качество-эффект. Сегодня мы поговорим о продуктах истоки, о детокс-комплексах. Их всего у нас в ассортименте компании 3. Первое – это продукт истоки чистоты, трехфазная система клеточного очищения организма по 7 системам выделительным организма на 30 дней. Второй продукт – это Renaissance Triple Set. Это уже тоже трехфазная система, здесь три формулы, тоже очищение по 7 системам, но она занимает 15 дней. И третий продукт – это вот такой Detox Pro Active, инновационный комплекс Detox. Она занимает 16 дней, здесь тоже здесь 4 формулы очищения, также по 7 системам, то есть, в принципе, каждый детокс активирует все системы, которые выделительные у нас есть у человека. Давайте посмотрим чуть-чуть о детоксе, да, сейчас я поставлю слайд, сейчас, так, та-та-та-та-та, надеюсь, получится. Вот, вот, смотрите, то есть всего у нас есть три уровня детокс-контроля. Первый – это light, это вот этот вот уровень, да? Второй – это optimum, назовем его, это уже Renaissance Triple Set. И максимум. Максимум – это Detox Pro Active. Сегодня мы разберем, какой из них, когда стоит нам выбрать для себя, какими эффектами он будет обладать и какие у него есть отличия. По составам разберемся вот с такими вещами. Так, сейчас я подключу еще другую, да? Давайте посмотрим, какие у нас есть причины появления токсических веществ в организме. На самом деле их много, да, и вот вещества именно окружающей среды, то есть мы все думаем, привыкли думать, что если мы живем в городе с плохой экологией, да, то вот эти вот тяжелые металлы, вот эта пыль и грязь, она оседает у нас в организме, в наших легких. Но на самом деле вот эти вот загрязнения, которые идут из внешней среды, они занимают всего лишь 10%, ну, 10% всех загрязнений, которые у нас есть в организме. А все остальное – это другие процессы. И во многом это процессы обмена, которые происходят у нас внутри организма. То есть мы что-то кушаем, эта пища у нас каким-то образом перерабатывается в кишечнике, в толстом кишечнике, и выделяются различные продукты обмена. В то же время мы дышим.
дышим, у нас тоже постоянно происходит вот такой газообмен в наших легких, и тоже есть вещества, которые откладываются после, да, ну, остаются после процессов дыхания. В то же время мы тренируемся, занимаемся спортом, и наши мышцы работают, наш организм работает, и тоже происходят определенные процессы обмена, и определенные вещества выделяются. И вот это вот все, весь комплекс вот этих вот процессов, которые происходят у нас в организме, а если мы еще и принимаем какие-то лекарства, то тогда тоже есть какие-то вещества обмена, продукты обмена веществ, и они тоже остаются, выделяются, остаются у нас в организме, если наша система выделения не на 100% работает. От чего это зависит на самом деле? Это во многом зависит, конечно же, от образа жизни, от той физической активности, которой мы живем. То есть если мы сидим в основном дома, работаем в интернете, работаем за компьютером, выходим только в магазин за продуктами, то физическая активность низкая, соответственно, нашему организму гораздо сложнее выводить продукты обмена из, ну, из нашего организма, да, ему гораздо сложнее очищаться. Если мы пользуемся, допустим, дезодорантами, которые начинают блокировать наши, именно блокировать антиперспиранты, которые блокируют наши потовые железы, а на самом деле система вот через кожу тоже выделяются определенные продукты обмена. Если у нас потовые железы заблокированы, а чаще всего антиперспирантами пользуются кто? Пользуются люди, которые, ну вот прям неприятный запах, да, идет, соответственно, значит, внутренняя среда организма загрязнена, а мы еще и сверху антиперспирант наложили, да, и таким образом этим веществам сложно, ну, сложно выходить из нашего организма, они остаются внутри и загрязняют внешнюю среду. Когда стоит провести детокс? Ну, во-первых, если чувствуется какой-то упадок сил, если есть какие-то, возможно, кожные высыпания, если есть нерегулярное пищеварение, то есть какие-то проблемы со стулом, либо жидкий стул, либо достаточно твердый стул, если вы в ближайшие полугода принимали какие-то лекарства, возможно, пили какие-то антибиотики, либо другие лекарства, противовирусные принимали. Если вы вот встаете с утра и уже чувствуете, что устали, если у вас нет сил, то, соответственно, это повод действительно обратить внимание на свой организм, начать его напитывать витаминами, микроэлементами и, конечно, провести вот такой вот детокс. Сейчас мы разберемся, в чем отличаются эти три системы и как выбрать нам детокс. Ну, вообще, смотрите, мы будем с вами разбирать этот детокс по трем параметрам. Первое – это натуральность компонентов. Второй параметр – это у нас дозировки активных веществ, потому что если говорить научным подходом, да, то влияют, конечно, на эффективность определенного продукта, влияют наличие дозировок активных веществ в этом продукте с доказанным свойством. И третье – это использование инновационных технологий, которые будут придавать продукту дополнительные свойства. Потому что очиститься – это, конечно, хорошо, но в то же время хочется защитить клетки, в то же время хочется, допустим, чтобы после детокса ушла какая-то тяга к сладкому, да, или снизился холестерин. Тогда мы понимаем, что, вау, это классный продукт, он не только очистил мой организм, а еще и поработал по другим задачам. И давайте сейчас начнем. То есть у нас в каждом продукте есть три формулы, да? Это первое, это внутри очищение межклеточной жидкости. Это наличие определенных веществ, которые ускоряют, во-первых, производство этих биологически активных жидкостей. Это там желчь, это кровь, ну, то есть вот все наши биологические жидкости, лимфа. И, во-вторых, это, конечно же, активизирует образование биологических жидкостей, с помощью которых продукты обмена могут именно быть выведены из организма. И истоки чистоты. Что у нас тут в составе? Потому что каждая из этих формул содержит те вещества, которые будут влиять на образование биологических жидкостей в организме, чтобы они активнее очищались, да? Истоки чистоты – это в составе у нас нативные травы. Что такое нативные травы? Ну, это травы, действия которых давно известно, что эта трава работает на эту задачу. Допустим, у нас здесь, если говорить о составе, да, то это володушка, зверобой, клевер, корни кровохлебки, лопух, цветки пижмы, сабельник, листья черной смородины. Уже давно-давно известно, что эти травы будут работать на то, чтобы вот активизировать образование биологических жидкостей в организме. Да?
И в то же время здесь, в составе вот этих истоков чистоты, у нас есть еще и два экстракта. Это экстракты. Чем экстракты отличаются от трав? В экстрактах более высокое содержание активных веществ. Мы говорили о том, что будем сравнивать по активным веществам. Так вот, в экстрактах более высокое содержание активных веществ. Соответственно, когда у нас в продукте есть экстракты, мы можем быть уверены в том, что там точно есть определенные вещества, которые будут влиять на вот этот вот свойство продукта, да? Два экстракта, они полностью натуральные. То есть вот этот продукт полностью, первая формула, натуральная. И дозировки в травах будут меньше, чем в экстрактах, так как экстракты все-таки они подразумевают дозировки. Следующий продукт – это Renaissance Triple Set. Здесь у нас уже в составе первой формулы, которая будет активизировать межклеточное очищение, только одни экстракты. Она полностью натуральная. Здесь, конечно, высокие дозировки, потому что это экстракты. Да? Если говорить о том, какие это экстракты, давайте я вам расскажу. Экстракт алоэ, подорожника, фенхеля, артишока, экстракт толокнянки, хвоща. Если здесь просто у нас трава хвоща, то здесь у нас уже экстракт хвоща, соответственно, он будет действовать качественнее и быстрее. Этот продукт тоже будет действовать просто за счет того, что дозировки активных компонентов не такие высокие, он будет действовать медленнее. И что будем говорить о третьем продукте, что же у нас здесь? Здесь у нас стандартизированные экстракты вот этих вот трав, которые есть вот в этих продуктах, да? Стандартизированные экстракты означает, что можно измерить реально в процентах, в количестве активную дозировку вот этого активного вещества. То есть экстракты стандартизированные, да? Гарантированное количество действующих веществ. Вы знаете, когда вот говорят, вот это же БАД, неизвестно, что там положили. Когда у вас в БАД есть стандартизированные экстракты, это то же самое фармакологическое качество. Означает, что в этом экстракте точно именно это количество действующего вещества. Поэтому, когда стандартизированные, то есть можно быть уверенным в полном качестве БАД, да? И дозировки в Detox Pro Active намного больше. Плюс здесь в этой первой формуле добавлены еще два инновационных компонента. Это Laritox, инновационная система. Да? С помощью нее выделяются из сибирской лиственницы такие компоненты, как дигидрокверцетин и рабиноголактан. А они нужны как раз для поддержания активности иммунной системы. То есть у него еще будет такой иммуностимулирующий эффект. И еще есть глюкемия, это стандартизированный экстракт ясеня, он стандартизирован по содержанию биологически активного вещества, которое называется глюкониды, и они способствуют как раз нормализации уровня сахара в крови. То есть если здесь мы видим нативные травы и два экстракта, которые просто будут влиять на то, чтобы образовались биологически активные жидкости в организме и выводились продукты распада, то здесь у нас, во-первых, гарантированно стандартизированные экстракты, во-вторых, еще два дополнительных действия, то есть это нормализация уровня сахара в крови, а мы знаем, что когда высокий уровень сахара в крови, тогда что происходит? Тогда сильнее загрязняется внутренняя среда организма. Таким образом, мы его нормализуя, снижаем именно вот этот риск загрязнения внутренней среды организма и иммуностимулирующее действие, потому что когда, опять же, нагрузка на иммунитет большая, нагрузка на организм большая, на иммунитет большая, эти травы помогут быстрее справиться с разными инфекциями, таким образом тоже снизить вот воспаление и токсическую нагрузку на организм. Давайте теперь посмотрим на вторую формулу. Что такое вторая формула? Вторая формула – это очищение, активизация внутренних процессов очищения, когда у нас очищается внутриклеточная среда. То есть есть определенные ферменты, они вырабатываются у нас в печени, и при помощи этих ферментов у нас клетка может вот токсические вещества, которые находятся внутри, из себя выкидывать. Вот, и как раз во вторая формула истоков чистоты, Detox Pro Active и Renaissance Triple Set отвечает за то, чтобы эти вещества, ну, это процесс у нас в клетках активизировался. Давай посмотрим, что здесь. Это внутриклеточная биотрансформация, то есть истоки чистоты – это полностью нативные травы и плюс 4 экстракта, то есть можно сказать, что… полностью нативные травы и плюс 4 экстракта. Давай посмотрим, что за экстракты. Крест-салат, экстракт зеленого чая, корни лопуха, бессмертник, экстракт курильского чая.
обезвреживают токсические вещества. Ренессанс Трипл Сет – это у нас только экстракты, 8 экстрактов, а мы уже знаем, что в экстрактах больше у нас именно содержание действующего вещества, да? Здесь экстракты стандартизированы и высокое содержание действующего вещества. Например, экстракт зверобоя, который стандартизирован по гиперидзину, высокой частоты нет, количество этого экстракта, а здесь же будет написано, что здесь 16% гиперидзина. Если говорить о Detox Proactive, так как здесь стандартизированы экстракты также, то здесь этого действующего вещества будет 60%. То есть больше этого действующего вещества, соответственно, он будет действовать быстрее, плюс у него еще есть дополнительные свойства. И давайте сейчас обратим внимание на третью формулу, потому что третья формула, она вообще крутая. Это антиоксидантная защита. Не все об этом задумываются, но реально те процессы окисления, которые происходят у нас в организме, они ежесекундно загрязняют нашу внутреннюю среду. И если у нас недостаточно антиоксидантов в пище нашей, а их реально недостаточно, тогда нам лучше будет, ну, меньше будет риска разного возникновения заболеваний, лучше будет, если мы будем эти антиоксидантами нашу пищу дополнять. Поэтому в каждом из этих продуктов добавлена антиоксидантная формула. Если говорить об истоках чистоты, что здесь за антиоксиданты? Ну, во-первых, это у нас идут синтетические антиоксиданты, но они, конечно же, хорошего качества, и уже есть очень много результатов по их применению, да? Плюс это, конечно же, травы с антиоксидантными свойствами, и это еще и три экстракта. Ну, доза активных веществ мы, конечно, в синтетических антиоксидантах мы точно можем сказать, сколько активных веществ содержится, но вот если у нас травы и экстракты не стандартизированы, тогда мы не можем сказать, а сколько конкретно данного антиоксиданта в этом продукте содержится. Если говорить о Renaissance Triple Set, то здесь у нас синтетические оксиданты и плюс два натуральных антиоксиданта. Это очень мощные антиоксиданты, ликопин, про которых говорят, ну, наверное, весь ТикТок, у нас весь Инстаграм, все нутрициологи, они говорят о том, что нужно кушать ликопин. Так вот, здесь ликопина 100% от дневной нормы. И еще и дигидрокверцетин, тоже 100% от дневной нормы. Все это, ну, то есть вот эти вот натуральные антиоксиданты, они полностью усваиваются, плюс еще и активные экстракты, например, антоцианы. И давайте сейчас все-таки поговорим о Detox Triple Set, Detox Proactive, потому что у него гораздо больше дополнительных свойств и полностью натуральные антиоксиданты в составе. Все антиоксиданты натуральные, и так как они стандартизированы, то здесь максимально высокие дозировки. И также за счет инновационных технологий есть дополнительные эффекты. Какие дополнительные эффекты? Потому что на самом деле вот этот продукт стоит брать тогда, когда мы не просто хотим посиститься, а у нас есть еще определенные задачи, и мы понимаем, что при помощи одного продукта комплексного мы можем решить несколько задач, то есть собрать прям несколько продуктов, важных для нашего здоровья. Ну, во-первых, здесь есть эффект нормализации уровня сахара в крови. Здесь есть два стандартизированных экстракта. Это глюкевия и селексив. Это из ясеня и селексив это содержит флоридзин. То есть будет нормализовывать уровень сахара в крови. Во-вторых, здесь есть иммуностимулирующее действие. Что отвечает за иммуностимулирующее действие? Кстати, дозировки этих активных компонентов мы спокойно можем посмотреть. Вот здесь на коробочке все написано у нас, и полностью состав с теми компонентами инновационными, которые есть, тоже можно здесь посмотреть. Иммуностимулирующее действие за счет проферина, это лактоферин, мощнейший противовирусный компонент, который на самом деле присутствует в молоке, особенно в женском молоке. И второй – это стандартизированный экстракт алоэ, он стандартизирован по такому действующему веществу, как алоин, тоже работает на именно иммуномодулирующее, иммуностимулирующее действие. Второе. Этот продукт будет влиять на сердечно-сосудистую систему, а это архиважно для многих людей. За счет каких компонентов? Ресвида – это компонент, это технология, которая позволяет нам получать трансресвератрол
И трансресвератрол здесь 99% от суточной нормы. Представляете, это антивозрастной компонент, который влияет на состояние сосудов, на состояние сердца. То есть, если мы будем смотреть даже где-то в каких-то интернет-магазинах, сколько стоит трансресвератрол в дозировке 100% от дневной нормы, то я вам честно скажу, вас его стоимость приятно удивит, потому что это натуральный компонент с доказанной эффективностью. Дальше компонент, дальше технология, которая позволяет получать нам эпигаллокатехингалат, такие интересные названия, да, из зеленого чая. То есть мы многие знаем, что зеленый чай у нас работает на здоровье сердечно-сосудистой системы. Но за счет чего? Как раз за счет этого компонента. И вот в этом продукте есть выделенное вещество, выделенный этот компонент из зеленого чая, из экстракта. И он будет влиять на обмен холестерина. То есть уже не нужно покупать отдельный продукт еще и для холестерина, а это все есть вот в этой коробочке, да? И есть еще такая инновационная технология, как провинолс, это полифенолы красного вина, защищает от инфарктов. То есть вообще очень классный, очень классное дополнительное действие. Еще есть эффект анти-эйдж. Я точно знаю, сейчас все женщины меня поймут, потому что для того, чтобы у нас был анти-эйдж, мы вообще готовы, конечно, многое отдать. Мы ходим к косметологам для того, чтобы у нас на лице не были так видны изменения возраста. Мы, возможно, кушаем какой-то хлорофилл, что-то еще. Но здесь, представляете, тоже есть компоненты, которые будут работать против старения нашего организма. Что это за компоненты? Смотрите, это, во-первых, такая технология TerraPrime, которая позволяет нам получать токотриенолы. Это мощные омолаживающие вещества, которые защищают, они накапливаются в нашей коже и защищают нашу кожу от старения, от ультрафиолетового излучения. Погуглите про эти компоненты, они тоже очень классные, обладают мощным омолаживающим действием. Второе – это полифенолы, это гидрокситиразол из плодов оливы, тоже мощное омолаживающее действие. И еще есть технология RSVIDA, это как раз мощнейший антиоксидант, отвечающий за активацию внутренних гормонов молодости. Если говорить об этом продукте Detox Proactive, то в нем собрано несколько продуктов именно компании, либо с известного всем сайта. Да? Это, конечно же, продукт Vita Germaniae, это продукт Synchrovital 3 для защиты сердечно-сосудистой системы, это продукт Хромлипаза для именно активации, нормализации уровня сахара в крови. То есть вообще, если говорить о том, что мы хотим не только почиститься, но еще и на организм, чтобы продукт оказал иммуностимулирующее действие, омолаживающее действие, защитил наше сердце и сосуды, тогда стоит, конечно же, выбирать Detox Proactive. Здесь курс у нас на 16 дней. Сейчас есть возможность очень выгодно приобрести, потому что когда ты регистрируешь карту клиента в магазине Siberian Wellness и покупаешь единовременно в течение месяца на определенное количество баллов, потому что у нас каждый продукт имеет балловое наполнение, тогда компания тебе возвращает определенный кэшбэк. Так вот, при покупке вот этого продукта у тебя сразу на следующий же день есть кэшбэк от 15 до 25%. В данном случае он стоит 4600 рублей, и около 1000 рублей вы можете вернуть кэшбэком при покупке этого продукта через ваш активный номер. Для этого, в принципе, ничего другого делать не нужно. Просто зарегистрироваться в магазине, у меня есть ссылка в шапке профиля, по ней можно зарегистрироваться, либо в описании я покажу тоже ссылку, и приобрести этот продукт и спокойно получить еще кэшбэк на следующий день. И в наших магазинах кэшбэком можно оплачивать 100% суммы наших покупок, не 30%, не 50%, то есть можно вообще из кармана живых денег не достать, а полностью расплатиться кэшбэком. Очень рада была сегодня для вас провести данный прямой эфир. В любом случае, выбирайте всегда продукты по бюджету. Вот этот продукт стоит 1050 рублей на месяц курс. Здесь будет просто очищение по 7 системам. Этот продукт на 15 дней стоит 2100 рублей. И этот продукт с дополнительными действиями будет стоить 4600 рублей на 16 дней.
Благодарю всех, кто сегодня был со мной. Эфир я завершаю, за 30 минут уложилась, но это супер. Всем пока-пока!